Благодаря креслу-коляске человек с особыми потребностями может передвигаться на равных с окружающими. Причем делать он это может практически без посторонней помощи, не дожидаясь, пока кто-то освободится от дел и окажет ему внимание. Чтобы выбрать кресло-коляску для самостоятельного передвижения, нужно определиться, на какой срок вы ее покупаете. Если кресло-коляска нужна на короткий срок пользования, например, на время реабилитации после травмы или для ослабленного пользователя, то вам определенно нужна модель H007. Данная модель является крайне прочной за счет отсутствия съемных деталей, а потому простой, доступной и не требующей специального обслуживания. Данная модель легко складывается, подножки откидываются и регулируются по высоте. Также коляска оснащена пневматическими колесами, которые позволяют комфортно передвигаться как дома, так и на улице. Минимальный набор функций делает данную коляску лучшим вариантом для использования на короткий срок. Если же коляска необходима для длительного пользования, например, после тяжелых травм, операций или возрастных болезней, то вам нужно выбрать более функциональное и комфортабельное кресло-коляску H035. Это самая популярная модель торговой марки Армед на российском рынке. Кресло-коляска H035 обладает широким размерным рядом от 16 до 20 дюймов. Однако для большинства пользователей стандартной комплекции мы рекомендуем размеры 16 или 17, так как они позволят проехать через любой дверной проем и даже в лифт в старых зданиях. Съемные ступенчатые подлокотники упрощают посадку в коляску и обеспечивают комфорт при сидении за столом. Обратите внимание, если вы хотите обеспечить пользователю больший комфорт, то мы рекомендуем приобрести модель H003 или 3000. В дополнение ко всем преимуществам модели H035, эта модель оснащена задними быстросъемными колесами и увеличенными передними, за счет чего преодолевать препятствия становится проще, а саму коляску легче перевозить и хранить. Обратите внимание, модели H035, 3000 и H003 могут быть дополнительно оснащены антиопрокидывателями. Во-первых, они не позволят коляске опрокинуться назад, а во-вторых, позволят заехать в любой дверной проем, если габариты коляски не позволяют ей это сделать. Итак, мы показали вам три вида самых популярных кресел-колясок. Если вам нужна коляска на короткий срок использования, смело выбирайте модель H007. Если срок использования более длительный, остановите свой выбор на коляске H035 или на улучшенной модели H003 или 3000. Если вы готовы потратить больший бюджет и хотите гарантировать пользователю максимальный комфорт, то посмотрите следующий ролик или позвоните нам, и мы поможем сделать правильный выбор.